Для работы нам потребуется иранский помиран двух оттенков, полубусины, шпилька и дарокол цветочек размером 2,5 см. Берем фоамиран, складываем его, подставляем дырокол. Вырезаем 2 зеленых цветочка, точно так же вырезаем желтые цветочки. Теперь берем утюг, деревянную такую палочку, у меня шпажка. Будем подогревать желтые цветочки. Прикладываем сразу и пальчиком давим. Один цветочек, получается, мы давим не сильно, чтобы он немножко у нас был такой выпуклый. Второй подогреваем уже получше, подольше. Снимаем. И давим пальчиком. Теперь берем 2 желтых и 1 зеленый цветочек, склеим между собой. Далее берем шпильку, зеленый цветочек, прокалываем шпилькой, сразу вдеваем так, не до конца, наносим клей. И приклеим уже основной наш цветок. Все, шпилька готова. Как посмотрите, как из обычной простой шпильки я сделала красивую нарядную шпильку. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем пока!